Искусство. Это вид творческой деятельности человека, отражение окружающей действительности с помощью различных выразительных средств. Произведениями или предметами искусства считаются вещи, которые можно увидеть и потрогать, услышать или прочесть, прочувствовать с помощью внутренних ощущений. Искусство представлено различными видами, каждый из которых обладает своими художественно-выразительными средствами. К основным видам искусства относят литературу, живопись, графику, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, музыку, театр, балет, танец, кино, цирк, фотоискусство. Обычно виды искусства делят на простые и сложные. В основе простого вида искусства лежит одно средство художественного выражения. К простым видам искусства относятся живопись, скульптура, поэзия, музыка. Для сложного вида искусства характерно использование нескольких художественно-выразительных средств. К сложным видам искусства относятся балет, театр, кино, опера.